Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Один побег». У нас 13-я миссия, и денег у нас собрано 6 из 10. И к тому же здесь появляется токсичный газ. Вот он. Пшикает наверху. На него нельзя попадать, иначе... Иначе сразу крышка. Давай-ка мы попробуем как-нибудь аккуратненько здесь. Так, охранник, сваливай, сваливай, сваливай. Так, это у нас отключает камеру. Газ. Оп, я успел. И меня не колышет. Какой утенок. Накачанный причем. Не какой-то там тебе замухрышка. А вот это что мы с тобой отключим? Что это у нас вообще, не знаю, ребята, делает? Так, вот здесь нужно быть вообще предельно аккуратным. Здесь камера, здесь охранник. И здесь еще к тому же газ. Ой-ой-ой. Ну, камера. Ху, я успел. Так. Ага, у нас кнопка здесь открылась. Ну, я нажал на нее, и что? Видимо, теперь мы как-то сможем наверх попасть. Наверное. Сейчас будем смотреть. Камера эта бесявая. Вот ее почему не отключили, а? Так, ну ладно. Камера, уходи. Ну, газ. Да, ребята, ящики упали здесь. Фух, значит, мы сейчас с тобой прыгаем на ящики. Нам надо перепрыгнуть сюда, судя по всему. Угу. А вот это что за щиток? Так, и там у нас еще что-то наверху. Ну-ка. Что вот я сейчас сделал, не знаю, ребят. Ладно, здесь надо проползать. Тихо ты, не беги так, сломя голову-то. Блин, газ бесявый, а. Надо, ребята, не спешить, аккуратно. Потому что здесь любая ошибка, и все. И ты начинаешь все заново. Вот так вот. Погоди-ка. А, у нас выход, блин. А я, ребята, не подобрал вон те вон доллары. Твою налево. Ну, в принципе, можно будет переиграть потом, если что. Если нам прям... Ох, ё-коломане. Здесь надо все быстро сделать. Нажать, а, вот как можно. Не обязательно выходить, просто нажали с тобой. А, луч исчез здесь. Где-то мы с тобой отключили камеру. Ну, карточки, как ты понимаешь, у нас нету. Он еще здесь так долго. Ё-моё, я забыл на кнопку надо нажать. На Б. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, а здесь что? У нас красная карточка. Аккуратненько. Потому что он может проскользить. А красная карточка это как раз там, где у нас ходит охранник. Давай ты быстрее. Погоди-ка, я не понял. А-а-а, рычаг еще оказывается. На время определенное, что ли? Да куда ж ты, господи? Да их тут двое, блин. Давай, 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 заходим. Сюда спрячемся. Так, смотри. Здесь у нас есть камера. Я ее активирую. Активирую. То есть это не камера, это, скорее всего... Блин, а что это вообще такое? А, мы можем теперь вниз с тобой спрыгнуть. Но у меня опять же нет ключ-карты. Ой, а как мне теперь наверх? А как мне теперь наверх-то? Эй! Ну
Наверх я теперь, по ходу дела, выбраться не смогу. Я точно там ничего не пропустил? В любом случае, мне наверх нужно подпрыгнуть, чтобы хотя бы увидеть, что я там пропустил или нет. Вот эти, конечно, прыжки, ребята, ну просто, я не знаю. Они не срабатывают, ни шиша. Ключа здесь нету. Почему ты, гаденыш, не прыгаешь-то два раза? Нет, он прыгает, но ему не вылезти, поэтому придется, ребята, заново начинать. Теперь я буду знать, по крайней мере, что мне не надо прыгать вниз. Ключ-карта. Синяя, красная. А что случилось-то? А что произошло? Эй! Я не понял. Кто меня спалил? Что за дела-то тут происходят? Камер никаких не было, верно? Верно. Нет, ребята, камера как раз и была. Но ведь я же ее отключал. Или я не ту камеру отключил? Не та. Так, друзья мои, что у нас тут? Угу. Так, ладно. Идем сюда назад. Идем назад. Отключаем камеру. Ждем газ. Сейчас мы возьмем с тобой первую ключ-карту. Давай, 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 давай. Жалко, он никакой кувырок не может сделать. Открываем. Вот она, красная ключ-карта. Так, у нас тут двери красные и тут. И, конечно же, там, впереди. Секунду. Так, если я нажму, откроются ворота. Мы с тобой идем сюда. Прячемся. Ага. Там зеленая ключ-карта нужна. Так, мы с тобой что-то отключили, верно? Я думаю, что мы можем, наверное, пойти туда и забрать зеленую ключ-карту. Скорее всего. Пойдем проверим. А, внизу у нас... Смотри-ка, лучи исчезли. Давай, 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 быстрее. Да, зеленая ключ-карта. Забрали. Внизу нужны красные ключ-карты, поэтому нам туда нет смысла идти. И вот здесь главное не запалиться. Так, они меня здесь не видят, да? Идем, 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 идем. Открываем с тобой эти ворота. Ага, и тут две красные ключ-карты. Ну давай быстрее, господи. Мы же можем две сразу забрать? Можем. Уйди от меня. Уйди от меня, супостат. Так, только не говорите, что вы сейчас будете друг за другом ходить и просекать. Нет, все отлично. Две красные ключ-карты у нас взяты. Значит, мы с тобой прыгаем сейчас вниз. Получается так. Верно же? Верно. Открываем. А зачем? Зачем мне тогда нужно было два ключа карты? Я не понимаю, ребят. Когда тут и одной хватило. Что? Тихо, эта камера следит. Она за мной следит. Прячемся. Ага. Можно, в принципе... Ой! Чуть не запалился. Стоп, подожди-ка, мне туда не надо. Вот так вот нам нужно, да, с тобой было сделать? Так, теперь мы проходим, тут луча этого нету. Открываем.
Там надо быть аккуратным, потому что... Ох, там еще и охранник ходит. Как-то надо быстро все это сделать. Прыг-прыг, да? На одних прыгунках. И обязательно, когда он отвернутый от нас. И тут лишний прыжок не сделать, а то... Тихо ты, господи, Дак. Камера. Она следит, она не поворачивается. Хорошо, тут у нас система тоннелей. Но туда явно мне не пройти. Друзья, согласитесь. Тут электричество. Интересно. Но если я здесь открою двери, упаду, за охранником спрячусь, потом надо будет... А, вон красная ключ-карта. Секундочку. Погоди. А где я чего-то не сделал? Потому что, смотри, тут, видишь? Не понял юмора. А где я пропустил рычаг-то? Здесь нету ничего, я отключить не смогу. Сюда я вряд ли смогу пройти. Вот он, выход. Или я что-то путаю, ну-ка, подожди. Вот я прячусь. Ну да, я ключ-карту возьму, а толку-то от нее никакого не будет. Луч этот все равно меня запалит. Я где-то что-то пропустил, ребят, по-моему. Ты понимаешь, да? Где-то я сфылился. Сейчас посмотрим, я не могу понять только где я. Слушай, вон там вон доллары лежат. Наверху. Вот ключ-карта, да, которую мы с тобой брали. Я же нажимал этот рычаг. Или тут опять нужно на время успевать, что ли? Так, подожди, это мы отключаем с тобой лазер. Я немножко не догоняю, если честно. Ну, допустим, я спрятался, да? Допустим. Бежим с тобой сюда. Здесь, смотри, никаких рычагов нету. Что у нас тут? Смотри-ка, доллары наверху. Ой, тихо, камера тут следит. Если доллары, значит, наверху где-то должны быть ящики. Вон они будут падать. Ага, вот тут как, да? Можно здесь перепрыгнуть. А, смысл? Там у нас луч. Да куда ты? Друзья мои, доллары лежат здесь. Надо их как-то подобрать. Ящики, да? Ящики. Ой, куда ты? Здесь можно пройти. А, там луч. Видишь, луч стоит, нам туда не пройти. Нам нужно отключить. Как это делается? Так, теперь наверх. Так, тихо-тихо, открывай давай. Так, тут охранник у нас. Ну и луч. Ладно, луч мы с тобой перепрыгнем. Еще один. Секунду. Ну-ка, подожди-ка, я что могу? Вот. Мы можем так вот сделать. Потихонечку, да? Совсем-совсем аккуратненько. И камеру отключили, да? Кнопку нажали. Ну-ка.
Вламываемся. Красная ключ-карта, вот она лежит. Слушай, там у нас доллары лежали, а я смог... А, я уже не смогу взять. Мне не запрыгнуть наверх. Блин. Я не знаю, правда, что дают нам эти доллары. Я еще, ребят, ни разу не накапливал. Да уходи ты отсюда. Вот, видишь, ящики, ребята, упали. И мы могли бы запрыгнуть туда и подобрать эти баксы. Может быть, это как бы наши деньги, которые мы с банка забрали. Ну что, мы прошли этот уровень. Следующий. Не понял юмора. Так тут камера сразу же. Ну, видимо, это необходимая такая мера была. Сейчас мы спрыгнем с тобой сюда вниз. Теперь сюда. Видишь, они все на взводе бегают тут. Хм, смотри, мы можем с тобой наверх как-то прыгнуть, наверное, отсюда сюда, да? Либо пойти по низу. Вниз лучше вот сюда не прыгать, потому что тут электричество. Ага, вниз я уже не смогу, ребят. Да успокойтесь вы, или вы так и будете бегать до посинения здесь. Видишь уровень тревоги? Вот она, красная лампочка. Вы сейчас серьезно? То есть это не прекратится? Что я делать начал, а? Погоди, ну здесь... Здесь же нереально по-другому. Я же не смогу эту камеру перепрыгнуть вообще никак. Если она, конечно, не отворачивается. Но она не отворачивается. Ты же видишь, сам она стоит. И началась тревога. Как вот здесь вот мне отключить? Как? Я должен туда запрыгнуть. Не понял. А как же мне тогда вообще здесь быть? Ну здесь же нет никакой другой лазейки. Нету. Абсолютно нету, ребят. То есть как ни крути, все равно через эту камеру нужно прыгать. И я не понимаю. Чуть-чуть, ребята, вылазишь, и тебя сразу спаливают. Во дела. Вот это они тут сделали, конечно. Вообще под ток попал. Бесит. Бесит, непонятно, как здесь нужно сделать. Особенно там, где они бегают, сумасшедшие. Может быть, конечно, это все дело прекратится через какое-то определенное количество времени, но мне кажется, что вряд ли. В тот раз же, помнишь, оно заканчивалось? Тревога вот эта вот. Тут мне никак не обхитрить. Эти штуки ты видишь сам. А, все-таки... Все-таки тревога кончается. Ёлки-палки. А я тут фейлился. Ну, тогда все. Отключаем с тобой лазер, который внизу находится вот здесь, судя по всему. Через этого хлопчика мы с тобой переходим. Тихо, тихо.
Надо было, наверное, просто спрятаться в тени, и тогда все было бы хорошо. Опс. Так, погоди, я что, не отключил, что ли? Я же вроде отключал. Я же отключил кнопку. Почему она опять активировалась? Или она отключена так? Вот. Давай, давай, док. Идем быстрее. Вот теперь все хорошо. Так, смотрим. Тут лучи отключены. Так, здесь отключаем. Камера. Здесь мы ее должны будем перейти. Тут вот потихонечку вылезти. Так, смотри. Ну тут не было, да? Никаких долларов, ничего. Поэтому здесь все отлично, ребят. Так, продолжаем. Хм. А зачем это здесь сделать? А. Камера. У нас тут, друзья мои, камера. Так, ныкаемся. Выходим. И тут надо все это быстро сделать. То есть смотрит. После того, как луч. А-а-а, тут еще и охранник ходит. Ну, молодцы. Я успел. Я успел, я молодец. Так, охранник, ты будешь сматываться или нет? Смотри, долго-долго стоит, блин. Так, здесь придется, ребят, переждать малька. Сейчас, когда он подойдет, когда он отвернется, если отвернется, мы пойдем за ним. Мы пойдем за ним, здесь спрячемся. Так, а что дальше? Ящики. Ну, допустим, ящики, и что? Туда мне не попал. Как? Вы хотите сказать, чтобы я... Наверное, сюда запрыгивал? Потом сюда? Так, наверху кнопка. Уж не знаю, что она там отключает. Но что-то отключает. Как-то он так прыгает. Куда ты, господи? Сиганул ты. Тут доллары. Куда тут камеры, блин? Вот это я сам себе подставил, друзья мои. Прямо, блин, прыгнул тоже. Нашел, куда прыгануть. Молодец, красавчик, ничего не могу сказать по этому поводу. Гениально просто рейд и сделал. Лучше тебя никто бы это сделать не смог бы. И вот любая, ребята, ошибка приводит к тому, что тебе приходится все заново делать. Вот сюда главное не упасть. Мы уже поняли, что тут камеры. Так, значит, здесь мы с тобой наверх. Не знаю, что этот рычаг отключает. Но что-то доотключает. Вот сюда я хотел, да, попасть, прыгнуть. Ты будешь двойной прыжок свой делать-то, а? Вот тут киноморда, а? Есть.
А вниз что там у нас внизу? Я не знаю, ребят. Ключ-карта красная. А, ну все. Вот так вот, ребят. Тут все оказалось намного проще. Камера отвернуться это должна, да? Рычаг. Что-то где-то отключили. Погнали. Так, тут луч. А вот это зачем сделано? Ведь тут же ничего нету. Странно и непонятно. Ай-яй-яй, вниз они нельзя, ребята, прыгать. Опа, как сайгак. Ты рычаг будешь нажимать? Так, тут открылся нам проход. Опять охранники ходят. Вниз. Вниз можно спрыгнуть. Так, я хочу кое-что глянуть. Тут тоже охранник есть. Но он не доходит. Так, теперь нам нужно с тобой очень быстро пробежать. Заныкаться здесь. И начинать прыжки. Так, сюда. Сюда. Главное, на голову ему не спрыгнуть, то будет веселуха. А как интересно здесь собрать деньги, а? Смотри. Ха. Они хотят, чтобы вот он здесь, я вылез, успел быстренько их забрать и вернуться. Это, блин, рискованно. Я пока не хочу, ребят. Дайте мне хотя бы пройти этот уровень. Так, электричество здесь наверху. Здесь мы так сделаем. Тут какая-то система тоннелей. И вот куда, скажи-ка мне теперь, на милость, тут надо идти. Как угадать, в каком направлении мне нужно двигаться? Если я здесь упаду, ребят, я вряд ли, наверное, наверх смогу подняться. Так, глянем хотя бы одним глазком, что у нас там. Ходит охранник. Но я кнопку эту думаю, что смогу нажать, успеть. Так, нажали. Все-таки смог он выбраться, отлично. Блин, ну тут вот. Может быть сюда. У нас с тобой какая там. Какая ключ. Подожди, а как... при чем здесь ключ карты? Вниз? Что тут, ё-моё? Вот у нас выход. А, так мы с тобой просто обижали, вот выход, все. Ну да. Ну все, 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 сваливай отсюда. Так. Что здесь? Тут нужна будет красная ключ-карта. Здесь не пройти. Значит, только вниз. Кнопка. Кнопка 100% что-то роняет. Вот что она только роняет, пока неизвестно. Тут еще вниз, видишь? Ага, красная ключ-карта. Красный ключ карты обязательно возьмем. Вырубим здесь. Хм. Наверху вот здесь нам делать нечего, я смотрю, вообще. Получается. Наверное, все-таки вниз надо идти. А, вниз, внизу, ребят, нет. Тут прикол, смотри. Они... Электричество там поставили. Слушай, а может быть вот эту штуку можно как-то ударить? Кто-то из подписчиков написал, что раньше можно было здесь разбивать все эти дела. Электросчетчики.
Так, ага, красная ключ-карта у нас есть. Ой, тихо. Не надо пока бежать. Пока мы с тобой не будем бежать. Ну давай, давай, давай. Опа. И зачем я сюда пришел? А, стоп. А нам нужна ключ, желтая ключ-карта, оказывается. Тут зеленая лежит. Чё-то я совсем запутался. А как? А как я туда попаду? Даже хотя бы наверх как мне подняться? Скажите ко мне на милость. По тоннелям по этим ползать, что ли, придется или как? Так, здесь упали ящики. И толку? Так, секундочку. Вниз нам лучше не идти. Внизу мы уже видели, там идти. Электрическая ловушка. Здесь у нас все отключено. Ага, вот здесь у нас есть, да? Подъемчик, понял. Куда нам нужно было? Ладно, хорошо, сейчас мы с тобой здесь. Опять 25. Опять камера, опять охранники. Не успел бы, не успел бы я в любом бы случае, ребят. Ты посмотри. Хотя тут, наверное, я понял, как надо действовать, ребят. Опачки, обманули. У меня какая? У меня нет никакой, ни желтой ключ-карты. Вот здесь вот, по-моему, желтая, да, лежит? Вот она. Так, мы ее поднимаем. Отключаем вот здесь. Так, мы должны с тобой, наверное, вот отсюда, с разбега. Фокус не получился. Взять, ну да, взять желтую и потом уже активировать. Забрали. Но давай, 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 давай. Здесь же это все дело происходит или нет? Да, вон. Вот, ребята, и выход наш. Сейчас мы выйдем. Выходим. Пока, лузеры. Сколько там еще уровней, ребят? Так, погоди-ка. Надо успеть. Что-то где-то активировали. Да куда ж ты? Нет, надо кнопку А поставить не на мышку, блин, а все-таки на отдельную кнопку, ребят. Ладно, сейчас посмотрим. Охранник здесь ходит. Вот что он здесь ходит? Что ему здесь надо? Что он тут охраняет? Камера наверху мне, наверное, не даст пройти или даст? Ага, я понял. Тихонько, не запалиться тут главное. Так, сейчас мы отключим, видимо, вот этот лазер. Чего? А что сейчас было, ребят? Подожди, я вообще не на тот уровень. Да блин, выйди ты. У меня 20-й. Последний, кстати, это уровень.
Я не понял, что произошло. Почему у меня все заново начало? Ну-ка давай. Ну давай, камера, уходи. Так, сюда. Сюда. Значит, нам двигаться надо наверх, да? Там отключать. Все это еще аккуратно надо сделать. Тут вон еще камера можно. Даже не можно, а нужно как-то отключить. Лучи мы здесь вырубили. Так, теперь мы проходим здесь, да? Давай, охранник, уходи. Здесь прячемся, пробегаем. Там, наверное, лучи отключили, которые держали камеру. Нет. Тут есть сеть туннелей наверх. Ну, давай допустим. Потом нам нужно прыгать наверх с тобой. Ага, я вижу, ребята, датчик. Вот он так, скорее всего, и отключает, да? Да, камеру отключает. Какую только камеру мы с тобой отключили, я не знаю. А, вот это, наверное, которая здесь следила. Вот она. Так, вырубили с тобой лучи. И все, в принципе. Да, друзья мои, мы сбежали. Играть. Так, у нас с тобой игра за гориллу. Потом будет за Хряковича. Фу. Ну что, за Хрякович, ой, точнее, за гориллу мы, наверное, с тобой... Ну давай один уровень начнем. Ох ты, смотри. Качается. Нажми. Так, что ты делаешь? Есть прыжок. Просто ломает. Гор умеет ползать по стенам. Для этого найдите стену с трещиной и запрыгните на нее. А, с трещиной. Ну давай. Это вот его фишка. Ой, а, это выход. Я уже подумал, ребят, сейчас будет полевка какая-то. Ой, а что ты, какого ты фига ты сорвался, ты скажи, мне добилась. А, так правильно, тут стена закончилась. Вот поэтому и наупал. Так. И что? А, у тебя двойной прыжок тоже есть. Ну, хоть на этом спасибо, что у тебя двойной прыжок есть. Так, теперь на выход, да? Так, ну что, друзья мои. Давайте мы, наверное, на этом остановимся. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Но горилла прикольная. Если Дак у нас там лазил по всяким фиговинам, то наша горилка вот так вот может ползать. И это классно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.